До главного политического события года остается всего 11 дней. В стране продолжается самый горячий период кампании – предвыборная агитация. Ранее Центр избирком обнародовал календарный план президентских выборов. Созданы избирательные комиссии, зарегистрированы доверенные лица кандидатов в президенты, определены графики распределения эфирного времени на радио и телевидении, даты выступлений кандидатов на главный пост. Названы помещения для проведения встреч с избирателями, места для проведения массовых мероприятий. Надежда Лазаревич, доверенное лицо кандидата Александра Лукашенко, проводит встречи с избирателями, рассказывает о программе своего кандидата, обсуждает актуальные вопросы. В субботу на стадионе «Славянки» состоялся митинг кандидатов в президенты Светланы Тихановской. Напомним, выборы президента пройдут 9 августа. Досрочное голосование стартует 4 числа.